Анечка, получили посылочку. Вот они. 5 штучек. 199 номер. Так, начинаем открывать. Сейчас будем смотреть. Я уже предчувствую, что это такое. Так. Я предполагаю. Так. Ух ты, это специальные очки. Компьютерные. Ну класс вообще. Гляньте, какие они. Чтоб глазки не уставали. Сейчас посмотрю в зеркало, какая я красивая. Ух ты, я какая крутая. Какая красивая. Сейчас я... Ух ты, я красавица какая, да? Какие красивые очки. Обалденные просто, да? Ох, красота. Прям под мои глазки. Я вообще супер. Глазки отдыхают вообще, правда. Вот их одеваешь. Анют, вообще чудо какие-то очки. И футляр хороший, такой крепкий. Это прям прелесть, слушай, вообще. Сейчас дальше посмотрим, что тут дальше. Так, это сейчас мы положим сюда. Ну, по-моему, целые они. Сейчас мы посмотрим, проверим. Вот, смотрим. Так, все, они целенькие, не треснуты, ничего. Все на месте. Но такие они хрупкие, такие красивые. И такие нежные прям. Ой, если бы у меня в школе такие были бы. А когда я в школе училась, когда мне было, не было линз контактных, да, для зрения. И я носила очки грубые. А в таких в очках у меня все пацаны полюбились. Но у меня и тех влюблялись. И очки мои кому не мешали. Они мне только одной мешали, смущали меня. Но эти вообще супер очки. Это что-то запредельно красивое, конечно. Так. Угу, сейчас мы вот так вот. Пакетик. Назад. Так. Вот это сейчас посмотрим. Ой, что-то красивое такое. Сейчас пойдем посмотрю. Люди говорят, Лен, не показывай посылки. Тебя прям ненавидят уже за это. Ну как же не показать? Тут люди посылают мне, да, с любовью. Анечка так прямо ждет, вот, когда Лена получит посылочку, сказала, потом прочитаешь комментарии мои. После получения посылки, она говорит, я боюсь, что я вечером не смогу выйти в эфир прямой. Ой, гляньте, какая красота. Принцесса, королевна. Лен, ты вообще супер, да? Вообще супер, просто супер, просто супер. Просто супер, просто супер. Аня, это вообще супер. Такое украшение красивое. Ой, оно прям подсвечивается так. Это что-то сказочно красивое. Так, сейчас дальше посмотрим. Сейчас дальше. Вот это на место сюда. Так. Так. Это сюда положим. В пакетик. Чтобы не потерять. Надо аккуратненько, не торопясь, все убрать. Вот. Такой красивый номер 199. Прямо. А в этом красивом, под этим красивым номерком столько красоты. Так, сейчас под молнию прямо. Карманчик. И молнию застегнула в курточке. Уже не выпадет. Так, дальше поехали. Дальше мы открываем пакетик номер 3. Так. О, витамины, наверное. Аня, ты волшебница, слушай-ка, ты умница. Гляньте, какие витамины. То, что мне надо. Ань, вот они, витаминки. Диана, прелесть какая вообще. Анечка, солнышко, это вообще чудо. Буду употреблять, буду применять витаминки. Витаминки мне нужны, я чувствую. Солнышко ты мое. Господи, я люблю прям. Ой, так целую. Я целую, целую так вот. Сейчас еще открою, посмотрю. Пакетик еще один открываю. О, что-то тут красивое. Вот это да. Волшебно. Ой, боже мой. Анечка. Это у меня в восторге. У меня просто нет слов. Какая красота. О, гляньте, какая прелесть. Девочки, мальчики, вы видели такое чудо? Вы такую красоту видели? О, с ума сойти, запредельная нежность. Боже. Что медальончик вот этот. Ой, и тут еще что-то. Ой, как красиво. Нет, это такие сережечки. Это тут такая штучка, вот такая вот висюлечка. Ой, боже, это что-то. Аня, это чудо, да? Красота вообще. Гляньте, какая принцесска вообще. С ума сойти, Ань. Прелесть какая. Я прям королевочка такая. Красоты. Глянь, и вот это какая красота. Гляньте, какая. Это можно и на руку вот так одеть. Вот так вот, на руку, да? А можно и вот так вот. А можно и вот так. И перстенек можно даже с этого сделать. О, красота, да? Вот такая я красотка.
красотка вона такая. Такая королева. Прям прелесть, вообще чудо. Так, дальше, поехали. Аня, я в восторге. Слушай, такие красивые подарки от тебя, вообще обалдеть. Просто обалденные подарки. Так, это здесь. Вот это что здесь у меня лежало? А что здесь лежало? Здесь лежало вот... Даже не знаю, что здесь лежало. Так, не поняла. А что здесь вот лежало? Что я отсюда доставала? Подождите-ка. Так, это очки. Это. Что где лежало? Так, что тут лежало? Раз, два. А что тут? А, витамины, господи. Я уже забыла, достаю. Так, и сейчас приступаю вот эту коробочку. Ой, какая-то легкая воздушная коробочка. Сейчас я ее открою, эту коробочку. Так, открываю коробочку волшебную. Ух ты! Гляньте, какая красота, да? Смотрите, я сейчас ее померю просто. Сейчас я сниму вот эту красоту свою. Так, смотрите, какая красотень. Мы сейчас сразу вот эту бирочку отрежем. Сейчас я все помню. Сейчас я ее так раз. Ой, какая красотень. Ой, это же сказка вообще. Ой, сейчас. Это просто сказочная. Сказочная красота. Так. Ага. Ой, красота какая. Обалдеть. Гляньте, как красиво. Гляньте, какая прелесть. Красиво, да? Аня, это сказка. Это вообще. Глянь-ка, как мне идет, да? Какая я. Все-таки принцесса. Я люблю, спасибо, солнышко. Прямо все такие подарки солнечные. Необыкновенно красивые. Это прелесть. Это просто прелесть. Но еще пока зима не покинула наши края, еще пока все тает. Сейчас я все-таки надену вот так вот головной мой убор. Вот. И буду я в шапочке все-таки еще пока. Так, сейчас я ее надену, эту шапочку. Так, где тут она у меня? Вот так, да? Вот такая шапочка. Такая красавица моя шапочка. Еще все-таки зимняя. Зима-зимушка, зима. Так, еще. Еще даже снег может быть и мороз может быть. Так, ну что, сейчас я вот сюда положу вот так очки. Все, компонуем вот так вот, компонуем. Ну все, и коробочка. Я могу гулять по улице с этой коробочкой. Какая она маленькая, хорошенькая.